Давай скорей. Привет. Давай раскурим. Ты все еще трусишь? Я не трусила. Врушка. Честно. Просто кто-то стоял во дворе у мистера Ридла. Думаю, мистер Ридл. И он смотрел на меня. Смотрел на тебя? Ему 87 лет. Это не мешает ему смотреть. Да ему все равно. А тыква зачем? Для Томми. Пусть вырезает фонарик, чтобы не скучать. И я всегда говорила, ты бы стала великой вожатой скаутов. Спасибо. Правда, сегодня я тоже в скауты записалась. Буду делать попкорн и смотреть «Безумного доктора». Шестичасовой ужастик. Малышка Линдзи Уоллес будет седая, как лунь. Мой отец! Спрячь куда-нибудь! Лори, хватит кашлять! Ты с ума сошла? Веди себя естественно, а то он заметит. Хватит кашлять! Привет, Энни, Лори. Привет, пап. Что случилось? Что? Что случилось? Кто-то вломился в магазин. Дети, наверное. Ты всегда все сваливаешь на детей. Пропали хэллоуинские маски, веревка, несколько ножей. Кто, по-твоему, их украл? Тяжело расти с таким ироничным отцом. Ты не опоздаешь? Что? Я говорю, ты не опоздаешь? И вопит к тому же. Пока, девочки. Пока, пап. Пока. Что с тобой? Он почувствовал запах. Нет. Да, у него на лице было написано. Оно у него всегда такое. А что ты завтра наденешь на школьный бал? Никогда бы не подумал, что тебя волнуют такие вещи. Можешь кого-нибудь пригласить? Не могу. А почему нет? Надо просто подойти к кому-нибудь и сказать, пойдем со мной на бал. Это ты так можешь, а я нет. Пригласи Дика Бэкстера, он бы с тобой пошел. А я бы лучше пригласила Бена Треймера. Бена Треймера? Так я и думала. Смотри-ка на нее в тихом омуте. Перестань. Вот это да. Бен Треймер. Увидимся. До скорого. Кто не хочет прямо в ад, насыпай нам шоколад. Привет. Привет, заходи. Как поживаете? Отлично. Вернемся к 9. Линдзи, веди себя хорошо.